И слово я сейчас хотел бы предоставить великому маэстро армянской музыки, человеку, чье имя звучит как молитва. Человеку, который своим талантом, своим творчеством, историей своей жизни возвышает и восхваляет армянскую музыкальную культуру. Сегодня у нас в гостях великий, не побоюсь этого слова, великий кларнетист, великий музыкант, великий сын великого армянского народа. Александр Багдасаров! Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Нет, 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 так не аплодируют маэстро. Громче! Прошу вас, маэстро. Мои дорогие, я вас всех хочу приветствовать здесь. Я хочу моему дырщику. Я просто так никогда не говорю моему дырщику. Я есть... У меня очень мало таких есть друзей. Кому я могу сказать, что мой... Ищет, я хочу тебя пожелать. Твою супругу, хочу пожелать жизни. Большого-большого счастья. Ты этого заслужил, ты заслуженный парень, понимаешь? Я уже не могу сказать мальчик, хотя у меня из-за этого старше себя. Если бы я вовремя женился, и, наверное, многие были бы твои ровесники. Но я вовремя это не сделал, ты вовремя тоже пытался это не сделать, и тебе хорошо, как здоровье уже нет. От души я хочу пожелать тебе и твоей супруге крепкого-крепкого здоровья, самое главное, тебе большого-большого счастья. И если вы разрешите, я просто не оставлю вас. Ну что делать? Жизнь такая. Я хотел бы быть с вами друзьями. А где они? Куда летели с моими друзьями? Керопья! Таня, что же мы так? Вот я с вами, друзьями, хотел бы что-то поиграть. Может, получится, может, не получится. Чёрт кто его знает теперь. Как карта ляжет. Здоровья вам, успехов. Ребятки, вам всем большое спасибо. Всем. Всем мой славы. Thank you.
аплодируют, друзья, так не аплодируют. Александр Багдасаров! Ваши аплодисменты, маэстро, и все этой прекрасной дружной компании. Давайте поаплодируем, дорогие друзья, нашим маэстро. Спасибо огромное! Thank you.
Александр Багдасаров. Ваша фамилия. Аплодисменты, друзья. Браво. Спасибо.